Новый образовательный проект «Гимназия А» презентовали сегодня в столичном Хаят. Мероприятие прошло в рамках международной выставки Creative Education Day. Гостям здесь представили здание нового образовательного учреждения. Высокотехнологический учебный центр будет находиться на левом берегу столицы. Строительством занимается одна из крупнейших компаний «Кан Девелопмент». Открыть центр планируют 1 сентября следующего года. Учиться в новой гимназии смогут около 600 детей.